ассалаумағалейкум армысыздар құрметті футбол жанкүйерлері мінекей көп ұзамай біз бүгін қайта подкастқа оралдық біздің студияда ерекше қонақтар ол кісілерді қазақ футбол үшін аянбай еңбек еткен ә, теңгіл допты ұршықша иірген сол алаңда ойнаған бүгінде футбол менеджмент саласында қызмет жасап жүрген азаматтар мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар астана футбол федерациясының басшысы давид лория мырза давид мырза және жеңіс футбол клубының бас директоры айдын қожахмет мырза әсіресе мен иә допты ұршықтай иә yeah, ой көрген ғой кезінде <laughs> жоқ қаламы ұршықша иіріп жазады бәсе ә, қалдарыңыз қалай аман есен бәрі жақсы ә, бізде кішігірім кешігіп шығып отырмыз оған бірнеше себептер бар оның бағдарлама соңында ал жалпы маңызды емес деп ойлаймын ә, алдымен бүгінгі тақырыптарымыз бүгін әрине давид мырза келгеннен кейін біз астана футбол жайлы сұраймыз астанада футболдың дамуы сондай ақ астанадағы стадиондардың құрылысы не болып жатыр қажымұқан майтпасов стадионы астана арена деген сияқты және қазақстан премьер лигасының күтпеген нәтижелерімен тіркелген осы демалыс күндеріндегі турына тоқталамыз және ең бастысы биыл супербол бол жобасының үшінші маусымы супербол жобасы биыл халықаралық деңгейге шығып жатыр бізді көрші елдерді қамтиды сондай ақ сондай ақ Суперболда тағыда тағы да арнайы футбол жұлдыздары келеді олар жайлы біз ә, кеңірек тарқатып айтатын боламыз алдымен ә, енді давид мырза айдын мырза кплдың турларын көрдіңіздер ғой енді сіз өз көзіңізбен көрдіңіз ең бірінші бұл жерде мен бір қоятын сұрағым сіздерге ә, күтпеген нәтижелер келді, ол әсіресе қарағандыда бұл әсіресе петропавлда петропавлда ма неге күтпедіңіз ол есепті ұтамыз деп ойладық қоймх неге ұтпадыңыздар және көп жағдайда қызылжар мен жеңіс ә, бұрындары бір енді бір бірлерімен жақын етене араласатын клубтар сияқты көрінетін иә дос клубтар сияқты барлығы ойлады ғой сен көп жағдайда солай ә, жанкүйерлердің психологиясында санж мен жеңіс клубы деп айтуға болмайды ғой қызылжар клубының бас бапкері мен жеңіс клубының басшылығы деп айтуға болады м қазір қызылжарда басшылық өзгерген иә мхм неге бұндай есеп тіркелді жарайды жауап беріңізші неге жеңіс көпшілік айтады жеңіс жақсы ойнайды жақсы мүмкіндіктері бар комбинацияда ойнайды бірақ ұпай сондай бір ә, мысалы осыған дейін ақтөбеде бізде ойсырата ұтылдық бірақ ол кезде ойын бірақ, күшті болды бірақ ол ойыннан кейін мынандай ішімізде бір өкініш деген нәрсе қатты болған жоқ та иә өзіміздің мүмкіндіктерімізді салмағанымызға өкініп жүрдік Опай ала алатын едік ол жерден бірақ сәт сәті болмады жол болмады ал мына петропавлдағы ойыннан кейін қызылжардан кейін ә, ондай көңіл күйіміз болмады ыыы көңіл күйіміз өте нашар болды өйткені ойынымыз да жүрмеді Hmm. Ә, ол біздің ойнымыз жүрмегеннің өзінде бірнеше мүмкіндіктеріміз болған ә, бірақ осы төрт турда алғашқы төрт турдағы бұл біздің ең нашар ойынымыз деп айтсақ болады енді өзгерістер бола ма жеңісте тағы ойыншылар алып қандай инсайттар айта аласыз жанкүйерлер үшін енді екі ойыншы келді ғой ә, біз мысалы александр Яковсын деген вингерді ә, шақырдық командаға және өзіңіз бі жақсы білетін владислав прокопенко астана ойыншысы ұлттық кандидат Ө, осы екі ойыншы бізге жеңіске келіп қосылды мхм менің ойымша бізге көмектеседі деп ойлаймын биыл жеңістің қазіргі осындай төрт турдан кейін ә, жалпы мақсаты межесі чемпионатта ә, жүлдеге таласу емес және ұшып кетпеу ортада седенчок болып қалу ғой иә ондай мақсат жоқ бізде бізде негізі мақсатымыз ойыннан ойынға ө, 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 өсу өсу ұту әр ойында ұтуға тырысамыз ө, желтый сон да Калай брак арене задача минимум не задача минимум здесь арене осы, премьер лига да Калптасу. давид вот неожиданные результаты этого тура да вот кто мог ожидать что Шахтер столько туров проигрывает и дом обыгрывает Астану с таким счетом еще кани забивает да ну, я бы сказал, он-то неожиданный, то есть потом в свете того, что Шахтер проиграл первые игры, но Астана традиционно очень тяжело играет против Шахтера. Если вы вспомните предыдущие годы, то почему-то именно с Шахтером Астане эти игры даются как-то... Сложно. Да, сложно, да. Бывают такие команды, которые сложные соперники для неудобные. друг друга, неудобные соперники для друг друга. Ну и понятное дело, что Шахтер эта команда тоже с большими традициями, несмотря там какой там состав, какие игроки собраны, там произошла смена тренера, а, то есть это какая-то встряска для футболистов, возможно. Хотя Игорь Солошенко работал очень качественно а, с командой, он это доказал и в прошлом году и в этом году. То есть у него достаточно интересная и современная игра. То есть он по, команда, несмотря на результат до да, этого года, показывала очень современный интересный футбол. Ну, это футбол, так бывает. Mm -hmm. Астана от этого не стала слабее. Mm -hmm. а, то есть я вообще считаю, что этот сезон он будет очень интересным. Очень много команд примерно одинаково равного уровня, угу. которые будут бороться за чемпионство. И мало игр еще в чемпионате по сравнению с прошлым сезоном. И, ну, на две игры, получается, меньше а, игры, да. Всего лишь да. на две игры. Но у нас добавился Кубок Лиги, поэтому здесь будет совершенно новый турнир и Кубок Казахстана. То есть я думаю, игр будет достаточно. Ну, просто единственное, мне кажется, что такой конкуренции именно в борьбе за первую тройку, за чемпионство, ну, последние несколько лет не было. А, Айнайт, я что стадион, э, Астанан Бабкер, Бабаян Мрза, как-то сынгалды. Бірнш ойында, мысал, Елмайга Гарс ойында. Стадион, э, э, но... да. қаза ұлттық университетінің стадионында ол кезде төрешіні кінәлап шықты жеңілгеніне төреші шы, деп астаналықтар жабылды ал осы жолы алаң жалпы бұған байланысты не айтасыз з жалпы алаң шын мәнісі қарағандыда жүрсіздер ғой көрдіңіздер ғым, енді мен ойымша мен енді клубтың басшысы ретінде ыыы ә, басқа клубтың бапкерінің айтқан сөздерін айта алмайсыз иә ешқандай комментарий бере алмаймын енді ол кісінің өзінің пікірі ол иә yeah, оған сөйтіп көрінген шығар білмеймін қа, бізде қалай болатынын мүмкін бізге ө, жағымды болатын шығар ол алаң Угу. Он, у инверсии. Да? Джинский. Какое нужен э, поле для джинсы, чтобы у него классная игра была? Вот, например, хорошее, натуральное или искусственное, или как в Караганде? Не, ну, мы сегодня понимаем, что в реалиях нашей страны у нас больше синтетических покрытий. Угу. Поэтому мы должны понимать, что наши клубы играют в основном на синтетике. Понятно, что футбол на натуральной траве и на синтетике это немножко. два разных даже ну не виды спорта два разного уровня два разных уровня игры ну мы же должны понимать в, в каких климатических условиях мы живем и почему у нас больше синтетических покрытий если они будут хорошего качества проблем не будет с футболом в целом жақсы енді бұл жерде ақтөбе мен атырау ойнады ә, бір бір жасанды төсеніш синтетикада ойнады ә, көпшілігі ақтөбе алғашқы турларда үш голдан кем салған жоқ қой үште нөл тағсында. бұл жолы солай жеңеді деп ойлады бірақ бірде бір болып Үху. Бұл атыраудың мықтылығы ма әлде ақтөбенің шынайы бет бейнесі көрінді ма бұл жерде ыы мен негізі атыраудың ақтөбеден ұпай алып кеткеніне түк таң таңалған жоқпын иә өйткені мысалы алдағы айтып кеткеніміздей біздің де ойында біз ақтөбеден ұпай ала алатындай ойын көрсеткенбіз біз. ақтөбе, ақтөбе как орысша айтқанда сам са, играет и другим дает деген команда бар ғой сол ақтөбеде сондай команда ол ыыы шабуылға вертикальный футбол ойнайды шабуылға көп мән береді бірақ осы күні ойындары жүрмеген шығар сосын менің бір байқағаным ыыы білмеймін енді ақтөбедегі басшылар ренжімейтін шығар маған бірақ негізі кезінде есіңде ма бір қазақстан кубогының финалы болып алматыда қайрат пен астана ойнап қар жауған кеште, қайрат өз, астананың жағын тазалап үзілісте өзінікін тазаламай сосын футбольный бог наказал деп айтып еді ғой иә yeah. тура сондай ситуация болды да мысалы жаңа ақтөбе мен атырауда бір ойның ойынның үзілістен кейін командалар алаңға шыққанда атыраудың жағын сумен ыыы поливать еткен ыыы мына жақтжоы ол жа, ондай хитростьтер болады ондай ыыы футбольные хитрости дейді бірақ мен ойымша ондай нәрсемен көп ыыы әуестемеген дұрыс иә иә ответ когда я насти Варго. Давид вот скажите следующий тур Ахтубе будут принимать уже на Кобланда натуральном газоне как вы думаете у них игра по другому будет потому что в основном у них легионеры из там Латино Америки следующий там... домашний тур да и, и я скажу так когда они будут принимать на Кобланда вообще не важно какое там будет поле угу. <laughs> там будет самый главный фактор это фактор болельщиков угу. когда он заполнится угу что, ну, играя против «Октюбе» много-много раз на этом стадионе, я понимаю, что такое играть в этой атмосфере. Тебе и самому, конечно, приятно, но э, команде хозяев, э, ну, то есть это такая незабываемая атмосфера на этом стадионе. И для этих ребят, которые будут играть за «Октюбе», это будет дополнительным драйвером таким, э, то есть к более качественному футболу. То есть там не в поле будет дело, там будет э, дело в атмосфере, в атмосфере, которая будет существовать во время игры. Mm -hmm. yeah. Это действительно, вот именно, именно Кобланде, Арена и э, ту атмосферу, которую создают болельщики. Это действительно. То есть ты всегда команда тебе выходит на одного игрока больше. Mm -hmm. Я вот пример как-то приводил. Я не у тебя, по-моему, рассказывал. Позапрошлом году, по-моему, в Ахтубе играл с Козылжаром в Актубе. Я был на игре. Э, и там последние минуты матча Ахтубе ведет 1-0. Козылжар вылетает в контратаку. Э, и байтана. Со своей половины поля бежит на, чужой, э, на своей половине поля, уже в подкате выгрызает этот мяч, там трибуны ему аплодируют, он снова так начинает. И я на следующий день с ним вижусь: я говорю: я, я никогда не думал, что ты способен вот так со своей половины, прибежать в подкате вырвать. Он говорит: знаешь, я когда в подкате выбил мяч, 54. у меня первая мысль в голове говорит в таразе я бы не побежал жақсы және бір қызық тағы бұл бұл жерде енді кішігірім өткен жолы бұл турдың негізі ыстығы басылды ғой бірақ кішігірім осындай давид мырза келгеннен кейін сұрап алғанымыз жөн деп ойлары туралы ақтөбе жайлы айтып жатыр бұл жерде елмай деген команда бар да Елмай оқу жаттығу жиындарында анталияда сөзін шыны керек ыыы легионерлері көп жақсы сапалы легионерлер бірақ сүреңсіз ойын көрсетті төрт команданың ішінде төртінші орын алды жолдастық кездесулерде нөл де нөл бір де нөл ұтылып жатты деген сияқты бірақ чемпионат басталды атыраумен тең ойнады барлығы түсінікті болды енді тобылға қарсы екі де екі болып тұрған кезде қызылға қағазын қалды түсінікті тү. бірақ соңғы екі ойынды бірде нөл бірде нөл жеңіп жатыр да бұл енді карповичтің стилі ғой один ноль один ноль деген сияқты елмайдан біз жалпы осылай жайлап жайлап бірден нөл жеңіп баяғы сол ақтөбенің форматы стиліндегі ойынды көрсетті деп ойлайсыз неге бұны сұрап жатыр ойыншылардың бәрі шабуылдағы ойыншылар ғой мысалы шабуылшылардың өздері көп гол салатын лукаку сияқты ғой барлығы неге аз гол салады бірақ результат важнее ма как вы думаете про что скажете ну здесь в принципе же ә, видна рука андрея карповича если взять его предыдущие команды по сути стиль сохраняется его игры И те результаты, о которых вы говорите, первые туры там, против Атерао или против Тобола, которые были сыграны или те, которые результаты не показывали на сборах, по сути команда новая, она только строится, так же и как команда Женис, которые новые клубы. Переход вот этой с первой лиги У -у -у. в премьер-лигу, это тоже дает о себе знать. И футболисты тоже, как вы сказали, собраны очень хорошие. Вильма, им нужно время, чтобы сыграться. Результат, ну опять же, результаты то что 1-0 вот такая прагматичная игра это андрей карпович ну вот у них нападение действительно ну, как бы легионеры сильнее чем защита если mm -hmm. честно подумать мы подумали вначале что действительно или будет играть в атакующий футбол потому что такие он, нападающие но эта команда Край. и будет играть в атакующий футбол то есть и как любой новой обновленной команде в которых собрано очень много новых футболистов ей нужно время mm -hmm. а, понять требования тренера притереться к друг к другу, понять, кто куда элементарно бежит и кто куда смотрит. Это, поэтому команда, она не строится за один год, за один месяц, нужно несколько лет, чтобы построить действительно сильную команду. Та же Астана, которая когда-то была успешна на европейской арене, она же строилась не один год. Да. Тот же Кайрат, который был успешен, да, с 2013 года, 2012 года начался этот путь, и мы понимали, что только через пару лет мы увидели тот Кайрат, который, в принципе, от групповых стадий Еврокубков был всегда в шаге, но показывал mm -hmm. очень привлекательный футбол. То есть нужно, нужно какое-то время, чтобы эти клубы просто. Те клубы, в которых много новых футболистов, чтобы они друг другу притерлись и айтпақшы ә, семейліктер бізді көріп отырса олардың саны көп деп ойлаймыз олар ә, келесі яғни чемпионат аясындағы ойынды павлодарда емес семейде өткізеді иә қателеспесем жиырма сегізіне ордабасыға қарсы иә елімай ордабасы сол спартак стадионында өтеді сондықтан жанкүйерлер семейліктер келіңіздер елімайды қолдаңыздар жасанды төсеніш емес кәдімгі табиғи газонда ә. ойнайды қызық матч болады деп ойлаймын және стадион жаңартылған косметикалық жөндеуден өткен дұрыс қой иә айтсақ болады ә, енді бұл жерде тағы бір біраз мәселе талқылап отырмыз ә, кпл ға тоқталмай тоқтылма кетсек ол бұл әбестік болар біз жөнінде ә, менің бір сұрайын дегенім бұл қайрат неге жетісуға қарсы ойнаған кезде үнемі осылай ұпай жоғалтады былтыр де бір жеңілді ұпай ала алмады биыл да жо екі пенальти саламат өз алаңында жанкүйерлер аз болды деп айта алмаймыз көп болды табиғат ауа райы қайраттікі болды бүкіл басшылық отырды ешкімге керек емес ойын емес еді Жить сюда ноль 0, 0 Жанна, Давид давление давление. Давид тоже, тоже тоже неудобный, самое, неудобный, да. неудобный соперник. Uh, uh, Халай был неудобный соперник. Но ну, это всегда так было. Даже я, когда играл э, за Кайрат, э, Житсу, когда приехала, нам несколько матчей мы сыграли, всегда были такие то есть, отрицательные результаты у нас. против Действительно, Житсу для Кайрата всегда неудобно соперник. Даже может. И к не, действительно неудобно. Но здесь, но здесь, ну, здесь, давайте скажем, здесь нужно отметить игру вратаря. То есть, действительно, как он парировал эти два пенальти, то есть это и чутье, и мастерство, и, то есть, и, выдержка, все вместе. А я бы еще отметил и Кайрата Нардаулетова, который правильно, грамотно построил игру. А трауд добрый ноль, ушел ноль до ноль. Чахса соперник теми, чахса пожина не их захара вот арсенстер. Халавристер. Ну. Опять же, я скажу так, это весенний футбол никто не отменял. Это есть такая проблема, да, весной команды все серые, они еще не на максимуме был джаздага узлестенький уже мама нам достало да настоящий КПЛ вас да, да хороший поля когда появится хорошая погода когда команды более-менее сыграют будут набирать форму будут сыгрываться друг с другом то есть конечно мы увидим немножко другой футбол а вот кайсар мы увидим другой кайсар как вы думаете? Ну, мы ну, мы что... понимаем, что там есть определенные трудности, но если вы посмотрите на Кайсар, вы тоже увидите руку главного тренера, да. который не отказывается от своего стиля, который имеет, то есть определенное направление в футболе, и он ему всегда дает результат. И Кайсар тоже выберется с этой ситуации, да. в которой не Самый главный фактор – это главный тренер Кумыков. Это ну, опытный, очень опытный специалист. Каждый год у него, какие бы команды ни были, стиль есть. Ель өте жақсы ойнады ел қызылордалық жанкүйерлер де жазып жатыр ұпай алатын ойынымыз еді деп сондықтан енді бұл жерде ә, бағы мен бабы қатар шапты семейлік клубтың басқа артық дүние қоса алмаймыз ә, және тағы бірнеше сұрақ тұран деген команда бар тұранның ойыны жақсы ә, көпшілігі мақтайды кеше шымкентте де енді өз алаң иелері ретінде бірақ ордабасының стадионында ойнады ғой жап жақсы ойнады жақсыбаевтың голы болмаса тұран туралы не айтасыздар жалпы тұранды бастапқыда алғашқы турларда және оқу жаттығу жиындарында бұл аутсайдер бұлар бұл ұшады деген еді вот қайсар екеуі ұшуы мүмкін деген сияқты пікірлер айтады қазір ұшатын командаға ұқсамайды менің ойымша қалай ойлайсыздар менің ойымша ең бастысы бұл жерде де бапкерді айта кету керек тұрандағы бапкер ринат әуетов біздің жеңісте өткен жылы болған бізге премьер лигаға шығуға көмектескен бапкер еді ғой оның стилі бар стилі бар сондықтан ол стилі көрініп тұр ыыы бірақ тағы да нұрсұлтан бір қайталап өт, өт, өтейін ыыы бұл алғашқы турлардың ыыы картинасы ол мысалы бір айдан кейін екі айдан кейін басқаша болуы мүмкін мен тұран ұтыла бастайды деп айтып тұрған жоқпын нашар ойнап кетеді деп айтып тұрған жоқпын бірақ ыыы чемпионаттың басында солай болады кейбір командалар өздерін жақсы көрсетеді кейбір командалар өздерін нашар көрсетеді кейбір командалар нашар көрсеткен команданың фонында өзін жақсы көрсетіп қалады сондайлар болады мақтарал бар еді ғой баяғыда басында бәрін ұпай таратады да соңына қарай жинап жинап бір алтылықта сегізінші орында жүретін еді мақтар эх ең бастысы өзін көріп тұрсың ғой 13 команда бар 13 команданың біреуінде ойыны жоқ нашар мынау аутсайдер деп айта алмайсың барлығы ордабасытан көп дүние күтіп жүр бірақ соңғы алдында қайраттан жеңіліп қалған кеше енді тұранды бірде нөл жеңуі және трансфердегі өзгерістер ана ұлықбек асанбаев мысалы кеше неде жүр ғой ә, өзбекстанға кетіп қалған сол жақтағы клуб андижан қателеспесем андижан ол үшін. бірінші орында келе жатыр екен ә, бұл жерде ұл кешемысаы асхат тағыберген мысалы сидневпен тіл табыса алмай жатыр замена кетіп бара жатқан кезде сидневтың ойыннан кейінгі интервьюі мысалы бұл клубтың ішінде бәрі кішігірім қателер бар сияқты деп ойлаймын да әлде сіз айта алмайсыз давид Ал. ну нужно находиться Мөліпігі, на, внутри клуба чтобы понимать что там происходит ну самое главное надо не забывать что этим летом им дебютировать в лиге чемпионов и нам нужен сильный ордабасы потому что они будут представлять страну на международной арене это очень важно осындай жауабымен жалпы ордабасының қазіргі жай күйін давид айтып берді түсінген адам түсінеді деп ойлаймыз мен енді давид мырза келгеннен кейін қызылжардан отар мырза кетті ағамыз Григорий, это Григорий Ну, Димас того. Конечно, ему 70 лет uh -huh. исполнилось буквально накануне. Он за 10 лет работы в Казахстане проделал огромную работу. Я видел то, что он делал, uh -huh. где был клуб, где он находится сейчас. Я реально горжусь своим отцом за то, что он сделал. Вообще, в целом, для казахстанского футбола за все uh -huh. эти годы, начиная с футбольного клуба Женис, потому что я. Был молодым совсем пацаном, когда он стал его руководителем. А мы были тогда игроками групп подготовки. Клуб находился на 13-м месте в чемпионате или на 14-м месте в чемпионате Казахстана. И буквально за 4 года стал чемпионом. Потом стал еще раз чемпионом, выиграл кубок. Потом он работал как в Кокшетау, где у него были хорошие результаты. Потом он довел Карагандук до Еврокубков, вернулся в Астану, выиграл суперкубок. То есть мой отец, я могу с гордостью говорить про него. Uh, он на самом деле еще много может принести казахстанскому футболу. Он будет помогать мне mm -hmm. сейчас. Мне его помощь необходима, uh -huh. потому что его советы они на самом деле бесценны. Это нигде за, <laughs> за деньги не купишь такие советы, которые может дать тебе и когда у тебя такой отец. Uh -huh. uh, я думаю, что он сделал свою хорошую работу. Самое главное, что он ее провел на отлично и оставил. То есть клуб, который сегодня Претендует на попадание в Еврокубки, уже играл в Еврокубках. Там отличный тренер, мой большой друг, э, и я ему желаю только удачи. Я надеюсь, что он вырастет когда-нибудь э, в тренера национальной сборной. Он об этом очень сильно мечтает. Вот. Так что. салмайт Салмейт Паше. Солидар. А. Григорий Ригор. Рамзда. Меня был мимо уже. ставит. жарайды жақсы енді подкаст болғаннан кейін осындай болу көрек. Драматургия, <laughs> біз, ә, айтумыз, керек драматургия не всегда же біз проблемаларды айтуымыз керек сондықтан қызылжардың құлағын алтын сырға ә, ақсақал қаншама еңбек сіңірді ә, ә, әр нәрсе орнымен әдемімен болу керек деп ойлаймын сондықтан ә, бұндай оқылықтар болмау керек жалпы ары қарай жалғастырайық Үм, біздің қазақстан премьер лигасындағы енді бұл турлар түсінікті ә, біраз клубтарға тоқталдық ә, енді тобыл демалды тобыл туралы айтқанбыз әлімжан да келген біздің студияға мен енді астана футбол федерациясының басшысы ретінде давидтан сұрағым келіп отыр астана арена Ү -ү 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 ә, бұл көшпенділер ойына байланысты жабық ремонт болып жатыр әлде тоқтап тұр Нет, я думаю, что до конца года ремонт закончится, и Астана-арена, ее нужно уже было поставить на реконструкцию. Это на самом деле временные проблемы. Более того, мы очень надеемся, что в этом году начнется строительство стадиона Хаджимукана Пасса. Это будет крытая арена на половиной тысячи зрителей, где можно будет играть. Шармундак. Хаджимукан Мунайтпасов, Баснан Салнат, Я, я, я. Шармундак. 3,5 да, тысяч. тысячи. Закрытый манеж, как в Костсонае, да? Ну, я думаю, что он будет модернизированный, то есть я проект еще не видел, но то есть по последней информации будет именно так. После этого, то есть помимо этого в городе планируется сейчас и разрабатывается план строительства нескольких полей полноразмерных для массового футбола. Mm -hmm. То есть, на самом деле, в столице не сегодня ведется, и, но ведется очень большая работа. Mm -hmm. То, что было дом, мы понимаем, что этого не хватало. Mm -hmm. Сегодня Акимат столицы понимает и делает все для того, чтобы именно футбольную инфраструктуру в городе развить до того, чтобы всем хватило, потому что город растет, mm -hmm. жителей будет становиться больше, молодых ребят, которые занимаются футболом, будет становиться больше, и город делает все для того, чтобы всем было где в хороших условиях качественно заниматься. Ну Я думаю, все равно несколько лет понадобится, чтобы отремонтировать. По-моему, в конце года. Начнется, Нет, начнется, начнется, начнется в октябре, наверное, но несколько лет все равно потребуется, да. чтобы его отремонтировать. А ну, Астана-Арен астана до конца года? В конце года астана арена уже будет отремонтирована. А в конце года? Это получается декабрь, декабре? Не, мы будем говорить о том, что есть информация, то есть... Арену сейчас готовят под игры кочевников. Mm -hmm. После чего будет замена поля? Mm -hmm. Получается, без Астана, Джинс, Кашангели, Тундялю, Келешкол, Я... Не Но опять же, это, это мы временные понимаем, трудности. Что, например, мы это все, мы это все, поним... мы понимаем, что на следующий год у нас будет хорошая арена, где играть, у нас его Астаны. И через несколько лет у нас будет еще вторая арена. У нас будут потом еще и поля для занятия чтобы на занясполразм полноразмерные, наш, полноразмерные да. поля это очень важно полноразмерные поля я, а, для наших детей кстати бұл астанадағы үлкен проблема мен даже футзалдағы мини футбольный полялар бұрын қол ә, жетімді кейін қымбаттап қымбаттап қазір қырық бес елу дейін бар да, сағаты 50 мың деген мини футбольный поле ал биыл ол шулағамыз 50 мың деп бұл орын жоқ сен таба алмайсың дейді Будние дни? Нет времени. И даже если 50 тысяч, даже не хватает этих полей. Ну, Султан, а теперь о чем это говорит? Не полей. Нет, это говорит о популярности футбола ну. в стране нашей. Вот ну. это о чем говорит. Мы всегда забываем об этом, о том, что футбол сегодня самый популярный вид спорта в стране, самый критикуемый, самый обсуждаемый, как во, во всех странах мира, но самый любимый. Потому что то, есть, то количество людей, которые занимаются и профессиональным, и массовым футболом, оно только увеличивается с каждым годом. А, Давид, просто такой пример. Да, у нас потребность большая в Астане, и поэтому она дорожает. Но это, это неизбежно. Он потому регулировать потому никак не получится. Сегодня да, это свободный рынок. Как ты будешь а, я был недавно в Таразе. Там 5 тысяч стоит, 6 тысяч. Ну, то, тот же самое поле, тот же самый газон. Таразе 5 тысяч, 5 тысяч. Если его сделают 6 тысяч, то там забастовки начнутся, почему так дорого байкотировать? А у нас 50 тысяч. Я говорю, как я могу вот за 50 тысяч час... Как, я... как, как, в любой столице мира. Мы все хотим, чтобы это было дешевле, чтобы этого было больше, да, там, то есть как количество полей, чтобы можно было играть в футбол. И искусственный, вот Астана Арена будет тоже искусственная, да? Ну, конечно, там невозможно иметь натуральное поле. Почему? Ну, потому что он... Там не будет хватать солнечного света. Вы видели когда-нибудь стадион Амстердам-Арена, да, который сейчас кроев арена? Uh -huh. а там же поле постоянно портилось очень часто, uh -huh. и сейчас, чтобы его обеспечить, чтобы оно было натурально, тратятся миллионы евро э, ежегодно на uh -huh. специальное ультрафиолетовое излучение, когда, то есть, на нем же не тренируется, у нас же и тренируется на, на таких стадионах. То есть э, а там ультрафиолет, играют, ультрафиолет стоит и постоянно, то есть, чтобы, чтобы значит, за счет трава. этого тра трава росла. То есть вот эти закрытия... из-за климата, да, у нас не потом. Нет, и из-за лока... из-за того, что стадион mm -hmm. не пропускает столько солнца он же закрыт в да да, 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 да. Брак каравот раз, на весь идем тоже сук сук коллар, да? Джок, мы сели климатное место, да, сели Понял, именно... понял, Там понял. еще знаешь, насколько я знаю, у арена там изначально, по-моему, когда стелили внизу, по-моему, там бетонная подложка, что ли, что-то такое, там в принципе невозможно вырастить траву. Ал, вот Давид Сблес у Юфара как парасс, раз, там вот искусственный поляр запрет кое я не знаю, насколько они запретили его. По-моему, в нескольких странах только запретили а искусственное в, порт... в дальнейшем будущем полный запрет будет, ну, например, главный центральный <соединок> стадион страны. Я не как знаю, он? я не слышал такой информации. То есть я слышал и видел то, что в некоторых странах пытаются сейчас их да, запретить. Правом опасно, да. Правам но опасно, то есть какие-то канцерогены от этой крошки и так далее и тому подобное. Но чтобы полностью запретили, такого не слышал я. Алматинский стадион, сборный халдайтен, там они не сертификация сертификации, выпивало, ну, надо, уже. Да, я думаю, там с каждым годом уже уже встречаются правила сертификации. С каждым годом. Постоянно, там, условно, вчера тебе нужно было, чтобы у тебя были там парковочные места на 500 машин, завтра тебе скажут на 700, сделай. Ну, это как пример. И там те проблемы, которые есть. Они решаемые, я думаю, решают. Вот, например, Андора Анхаресон, домашний матч, где принимает, а, например, Андора сяхтил. Ну, Мы же не равняемся Андору, правильно? Да. Мы же равняемся, условно говоря, мы же хотим, чтобы нас уважали, как условно, Англию, там еще, еще кого-то. Соответственно, с нас и так спрашивают. Не как с Андорой. Мы задали вопрос. Ну, такой и мы план. не Андора. Да. да. Ну. Ну, обидно, когда Андора может позволить у себя так играть, а зьи... Не знаю, мне, мне, мне обидно, когда мы говорим так, что почему Андоре можно, нам нельзя. Мы же не Андора. Мы же не... Люксембург, да, мы? Можно говорить так? Мы не Люксембург, Ну, люксембург хорошая страна конечно андора тоже хорошая страна сондықтан ренжітпеу керек сейчас подписчики из андоры нам напишут сейчас ей қазақтар ничего переживем мы я думаю всех этих двух человек жоқ Че, бізге поляларды салу керек көрдіңіздер ғой люксембург қалай ойнап жатқанын біздің баяғыда люксембург қайда еді қазір қайда сондықтан андорада ертең ана пикелер клубты развивать етіп жатыр оларда да сборный дамиды сондықтан бізге де орнында тоқтамай енді қазақстан иә біз мықтымыз десек онда стадиондарды да салайық сөзіміз ісіміз лайықты болсын сол ғой бізде андай бар да менсінбеушілік төбеден қараймыз бірақ өзіміздің артымызда ештеңе жоқ та сол проблема да бізде жақсы сол мәселе бойынша сөйлесейін деген негізі демек астана арена келесі жылы қажымұқан айтпасов жылы жұмыс басталады бірақ екі үш жылдан кейін іске беріледі сондай ақ жақсы жақсы деп ашық алаң полялар салынады бірақ барлығы жасанды біздің астанада вообще невозможно да сделать прям натуральный газон да нет почему на манайтпасова когда то было натуральное поле было очень хорошее поле но за ним было очень 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 сложно и дорого следить а вот ақтбе онотее доступно только агроном четыре пять месяцев в году да а да 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 понимаешь м бізде негізі агроном деген мәселе бар мен қараймын вот жарайды ақтөбеге мына жерде тұрған спонсор салып береді нелерін А... Ну, Султан, знаешь как, если у нас будут, будут, допустим, тренировочные поля, их будет очень много, тогда, конечно, мы сможем иметь один стадион, который будет иметь натуральный газон. Тогда это возможно, угу. да, чтобы было открытое поле, но он должен будет тогда использоваться только для матчей. чтобы никто там вечером налоговая не приходила тренироватьс иә иә солар тренироват солрбанси жақсы мен бұл жерде енді әңгіме үшін кішігірім осы астананың мән жайын астанада осында мәселе болы кейін басқа аймақтарда не айтамыз деген сияқты мәселелерге тоқталған болатынбыз қазақстан премьер лигасын талдадық осы апта енді кубок ойындары өтеді жеңіс бар ма астананы қабылдаймыз дерби дерби ол неде павлодарда ойнайсыз ба қарағандыда сағат нешеде төртте төртте ертең ба ертең ма он үші он үші сағат қара кіру тегін ба кіру тегін иә бесплатно жко кіру тегін келіңіздер жеңіс астана сол матчта поле мешать етті ма мешать етпеді көреміз <laughs> жақсы енді былай жасайықшы біздің бүгінгі жиналған тағы бір басты себебіміз бұл әрине давид мырзаны көрсе жұртшылық айдеке сіз де былтыр кадрда көп болдыңыз бұл супербол деген жоба Супербол біздің қазақстандық жастарға жеткіншектерге бір жаңа бір мүмкіндік ретінде көзге көрінеді өзін көрсету өзін жалпы бір клубқа өтпесе де өзін медиа арқылы таныту деген сияқты өзін рекомендовать ету дейді енді давитд мырза түсіну үшін айтып жатырмын ә, биыл үшінші маусым мен ә, шақырып отқан себебім халықаралық ә, деңгей деген болды да иә ол қалай халықаралық деңгей ол біздің ішкі қазақстандық футболшыларды көрсету оларды клубтарға ә, жеткізу деген жоба сияқты еді неге бұл халықаралық болып кетті біз сол кезде ә, ә, ташкентте және бішкекте болып дейді атбор сол кезде өзбек және қырғыз бауырларды да продюсировать етеміз ба енді yani, телевидение тілімен айтқан кезде халықаралық деңгейге жеттік бізде оған өте қуаныштымыз Ө, бұл біз халықаралық болсақ біздің қазақстанның жасы өспірімдері қатыса алмайды ойнай алмайды деген сөз емес қой мхм mm -hmm. дұрыс па тек оларға мына бәсекелестік кішкене өседі А ол жақта қырғыздыырғыз мысалы бішкекте болады және ташкентте болады халықаралық деп жатқан сол жақта отбор болады отбор ол балалар қазақстанға келеді иә шымкент қаласында базада бір ай жатады биікте иә сол жерде отбор болады ойнайды ә, және сәйкесінше маусым аяқталғаннан кейін давид мырза тағысын тағылар ә, жалпы анау не НБА да бар ғой кхл драфт, да драфт, драфт болады ғой да типа ну что то наподобие этого Да. Но здесь больше нет. Здесь смотрите, допустим, если э, брать э, то, что будет происходить в mm -hmm. этом году, вообще концепт проекта поменялся полностью. Mm -hmm. Если э, в прошлые годы, прошлые э, два сезона э, мы ездили по городам, выбирали ребят. И делали, собирали одну команду, делали 25 лучших, и 25 ребят было в резерве. Не все из них потом попадали, да, то есть в эти 25 лучших. Каждую неделю кто-то выбывал, кто-то приходил, потому что формат медиа и шоу никто не отменял. Угу. В финальном матче они играли, готовились э, на протяжении 4-6 недель и играли финальный матч. В этом финальном матче э, они играли первый год против футбольного клуба «Женис», второй год против э, сборной наших ребят, которые 17-летние, по сути, по сути, юношеская сборная по, по сути, юношеская сборная Казахстана. Э, скажем так, после этого э, скауты, которые приезжали, которых мы приглашали на матчи, то есть это. Практически все казахстанские клубы, турецкие клубы приезжали, иностранные российские, клубы, да. российские клубы. В прошлом году приезжали узбекские клубы. Они просматривали наших ребят. В первый сезон некоторые ребята сразу получили шанс, подписали контракт сразу после матча. Второй а сезон был немножко, путь у них был такой немножко длиннее. Но в целом, сколько один на сегодняшний, нет, а. на сегодняшний момент сколько подписанных контрактов? То есть ребята удержались? 13, 15. Или 13 да, 15 контрактов. Казахстанский, да? Да, да, в основном, в Брею, да. Я Испания, да, Каламбер, Казахстан. Да? Ребята, те, которые э, получили возможность поехать за границу, это был футбольный клуб Призы спорт, два раза ездили в Московский Спартак, в Сочи, Посмотр, в «Торпедо» да, Москва. Да. То есть они попробовали свои силы, многим из них не было 18 лет, то есть до 18 лет достаточно проблематично уехать, то есть, в Европейский mm -hmm. чемпионат по законам FIFA. Да. Они сейчас вернулись, но вот, допустим, если. Курганбек, который сейчас находится в Женисе, ездил в Ризы Спор. Буквально вот вчера состоялся звонок у меня с представителями Ризы, так как это команда, в которой я когда-то играл. Да. да. Они за ним следят, они спрашивают, где он, как он, как он развивается. Я надеюсь, что в этом году за молодежную команду он проведет хороший сезон, чтобы в конце сезона отправиться снова на просмотр туда. Mm -hmm. То есть вот это линия, что за ними следят, она не теряется, она продолжается, и самое главное, что пацаны получают этот шанс, uh -huh. они становятся профессионалами, они получают свой жизненный путь, ну а какой он у них будет? В спорте вы понимаете, зависит только от них. Бурно надо еду, агаши из а официально легализовано, Давид Тар солдат курит, Балавиц Дельдит, он сделал наш перуэ, соль перед спирт, надо и балларбаки и спирт, ну дурского. Панду 네, дотурбю, 네, да? Да, 네. да, да. Он да ими давай, у не седо, он не алмасада, деньги съехал. Он да ими что? Все бирры прозрачного. Бир муздергур. И в пол не обманешь, в не обманешь. Давид Марза, сисказар Халхарал, почему международный? Ну смотрите, в первую очередь мы должны посмотреть вот на что мы имели очень много запросов именно из за этих двух стран Казахстан, Казахстан. и Узбекистан то есть наш имейл, наш сайт наш инстаграм uh -huh. он очень пол, очень был полон то есть запросов из этих стран это uh -huh. раз то есть мы приняли решение и были приглашены в эти страны uh -huh. то есть мы сегодня понимаем что мы как Казахстан как страна как лидер Центральной Азии вот именно в креативных решениях мы спортивный. экспортируем свой, свой проект. И это, наверное, происходит впервые, что Казахстан экспортирует спортивный проект э, в, соседние свои, в соседние страны да. и уже дает шанс и этим ребятам проявить себя. То есть это на самом деле очень большой успех для нас сейчас. Мы не знаем, куда мы пойдем дальше, и куда мы пойдем после третьего сезона, куда это развернется, потому что мы в прошлом году не думали об этом. Но сейчас это именно так, что мы стали популярны и стали привлекательны для соседних стран. С ними есть общий меморандум? С Федерацией футбола Узбекистана, с Федерацией футбола Кыргызстана или как бы. Федера... Эти, как коммерческий нет, проект, нет, нет, нет. Федерация футбола Узбекистана, более... Федерация футбола Кыргызстана оказывает очень большую помощь нам. Я летал в Узбекистан, встречался с вице-президентом Федерации футбола. Показали Шана Мерматовым, mm -hmm. который дважды почему он дважды приезжал на наш проект, он был главным судьей mm -hmm. финальных матчей. Он показал, где будет проходить проект, кастинг, кастинг то есть он будет проходить на, на полях Ассоциации Федерации футбола Узбекистана, то есть оказана всесторонняя поддержка, помогает очень сильно Министерство иностранных дел нам помогает государство. Вообще, этот проект сегодня это такой правильное, правильный союз государства, бизнеса и спорта. То есть, государство бизнеса в лице Тимура Турлова, которого в очередной раз поддерживает инвестор спорта. Да. он спонсирует аха түсінікті енді айдын мырза ішкі ішкі қалаларда қай жерде іріктеулер өтеді менің естуімше былтыр мысалы бүкіл қазақстанның аймақтарын қамтысаңыздар биыл алматыда тек төрт қалада болады төрт неге төрт қала өйткені ә, уақыт та тығыз ә, біріншіден екіншіден біз өзімізде ішкі анализді өткіздік қой иә екі сезон бойы ішкі анализ өткіздік біз көрдік мысалы бізде екі жыл ә, алматыда шымкентте ақтөбеде астанада кастингімызға кемінде мың адам келетін сондықтан ә, осы қалаларға ә, біз күмәніміз жоқ та жиналады иә жиналады алматы ақтөбе астана шымкент төрт ә, қала ә, сосын мысалы ә, ақтөбе батыс дұрыс астана ол осы орталық қазақстан солтүстік қазақстанды қамтиды астанаға келем деген қарағандыдан да тез жетеді көкшетаудан да қостанайдан да петропавлдан да павлодардан да келе алады алматы ыыы ә, семейден де талдықорғаннан да бәр жақтан жетуге болады шымкент пожалуйста бүкіл юг ә, енді өзімнің мүмкіндігімді пайдаланамын деген бала келеді ғой келеді жолын табады ыыы ә, суперболдың бар Супербол ә, аккаунтына кіріп ол ақпараттарды алсаңыздар болады иыыы ә, жиырмасы басталады ә, алматыда ә, адрес қай жерде болады Hmm. кис да стадион а қазақ ә, құрылыс және басқару академиясының mm -hmm. су жаңа иә жақсы стадионы бар сол жерде енді инстаграмна кірсеңіздер ақпараттар танисыздар біздің елдегі танымал жұлдыздар да өзінің әлеуметтік желілеріне салып жатыр 20 жиырма Алматта, алматыда жиырма төрт жиырма бесі ақтөбеде ә, артынша астанада одан кейін бішкек ташкент бишкек ә, ташкент и шымкент, шымкент и потом финальный будет кастинг в шымкенте после чего То, что я не договорил о концепции, в этом году будет у нас две команды. Mm -hmm. То есть мы не будем собирать одну команду, мы сделаем две команды, которые будут в течение месяца готовиться под руководством метров казахстанского футбола, тренеров. Их Это можно назвать? Вахип Масудов. Агай. Дмитрий, Агай. Дмитрий Агай. Они соберут свою команду тренеров и будут готовить. То есть они отберут себе по 25 лучших, еще останутся ребята в резерве, и они будут готовить в течение месяца этих ребят, играть товарищеские игры, и в финале они встретятся уже против yeah. друг друга. Друга. А то как есть... в прошлом году All-Stars против QGL и такого нет, не нет. Нет, будет две команды, которые будут соревноваться против друг друга. И уже мы понимаем. Это уже что мы, мы уже понимаем то, что, допустим, приедут больше скаутов и из Узбекистана, и из Кыргызстана, из Казахстана. Мы пригласим также скаутов из-за границы, как мы это делали ежегодно. Наши ребята тоже получат шанс. Может быть, кто-то понравится и уедет в Узбекистан или в Кыргызстан. Mm -hmm. Начнет свою карьеру именно там. И в целом мы делаем в этом году проект немножко раньше по времени, потому что, анализируя прошлые сезоны, мы все время не попадали в период до заявок. Да? Очень сложно было, мы попадали в последний день. А вы должны понимать, Султан, что у многих этих ребят у них даже карточка футболиста отсутствует. Да? То да, есть да. его даже заявить невозможно, пока он ее не получит. Все, вот это, предусмотрев, мы делаем так, чтобы в районе 15-16 июня у нас прошел финальный матч. И под дозаявку эти ребята уже могли попасть и подписать профессиональные контракты, чтобы они не теряли время. Это тоже очень важно. Но самое главное, ну, что самое главное я хотел бы, чтобы все э, твои телезрители, скажем так, поняли, что в этом году на них будут смотреть действительно большие-большие профессионалы. Тот глаз, который воспитали не одно поколение казахстанских футболистов, которые были для нашей страны, для Казахстана великими футболистами, играли за Кайра, за национальную сборную, тренировали, были чемпионами неоднократными. И поверьте, я уж думаю, что они смогут выбрать действительно талантливых ребят и действительно этим пацанам дать шанс. Высшего а... уровня нету, по сути. Тогда скаута, ментор Сунелер Володнелы. <coughs> он, Бернс Кийн, Мендет Трудяй, там с Махтахонахтаром Турала, вот, хедлайнер кімдер олар mm. менде бар э, европейский топ чемпионат того кімдер болады сто процентно уверен ну, в прошлом году когда после проекта мы мы поехали в уефа и я презентовал с коллегами наш проект mm -hmm. штаб квартире уефа презентовал его тем ребятам с которыми я учился программе MIP и и европейской федерации футбола очень многие обратили внимание на этот проект очень многие ребята заинтересовались этим проектом. Например, Болгарская Федерация футбола, и ребята с Болгарской Федерации сказали мне о том, что они хотели провести у себя этот проект, у mm. них не получилось. Подобный проект, mm -hmm. у них не получилось, они не получили такой поддержки. А, те ребята, с кем я учился, это и Флоран Малуда, например, который приедет в Алматы. Малуда или Челси, да. Клод Дюарда а Франция, Франция. Коло Туре, игрок Арсенала, который, -туре. которого мы ждем мы ждем в Астану. Халилу Фадига, это игрок сборной Сенегала, который уже был в прошлом году здесь на финальном матче, который сказал, что я приеду, только ты меня позови, я буду очень рад присутствовать на этом проекте, он приедет также в Астану. Сейчас ведем переговоры с Гаиском Индией, это игрок, игроком О. Валенсии и Псилоны, ведем переговоры. Прав, тебе можно я скажу, кто может приехать? Скажите. Хавер Савиола. То есть понятно, что в, в какой-то момент это люди очень занятые, может что-то поменяться, могут поменяться города, могут поменяться люди. Но мы хотим постараться в каждый город привести по футболисту, на которого наши ребята будут смотреть. И получать дополнительную мотивацию, видя, что такой человек тоже на них будет смотреть и выбирать. В прошлом году, когда Эмиль Хески приехал в Алматы, он нашего шаха сразу отметил, да? Да. То есть он сел и сказал, вот этот мальчик должен играть в профессиональный футбол. Малуда, я Туре, Хабиб Кола Туре, Сави о барселонада ан ривер плейде жүрген реалда ойнаған иә сондықтан ыыы гаиска мендьетта и мендьетта келіңіз өз бағыңызды сынаңыз өтсеңіз күшті өтпесеңіз малудан живой көріп суретке түсіп қа мен бір бес минут шығып кетсем болаы ма спич бір дайындап қойған жақсы айтыңыз марамат былай супер болды мен осы екі жыл ыыы непосредственно бірінші жыл ы креативный директор екінші жыл креативный директор және спорттық директорын рөлінде болдым ә, талай сұрақтар бар да супер бол жобасына Үху. көп деген сұрақ бар неге былай былай емес неге былай былай емес деген соларға осы жерде бір минуттың ішінде жауап берсем бола ма жақсы уақыт мысалы ыыы ә. ә, бір сұрақ бар иә вот қазір мысалы неге қазақстан тек қазақстан емес неге өзбекстан және қырғызстан иә вот мысалы ә, помимо того что да Үху. давид айтпетін, что это во первых это действительно первый такой уникальный случай когда Наш продукт казахстанский mm -hmm. наш, который мы делаем, мы mm -hmm. реализуем, он находит отклик в соседних странах. Они говорят: ребята, приедьте, сделайте нам тоже. Мы тоже хотим. Это же круто. Кто еще так делает? Mm -hmm. Покажите. Mm -hmm. Второе. Э, разве мы не выиграем от того, что наши пацаны будут конкурировать с ними? С ребятами из Узбекистана, с Кыргызстана. Если они будут конкурировать, это же круто. Mm -hmm. И их уровень будет расти. Они сами ментально вырастут. третих ал кім кім ойнап жүрген кім бар дейді да иә сол сұрақты маған да жекеге жазды көпшілік иә кім екен ең бастысы мен бір нәрсені түсіндірейін біздің ә, жинап ыы әр қазақстанға барып терімізді төгіп іздеп жүрген балалар олар көбінесе жас жас жігіттер ғой иә он бес жас он алты жас он жеті жас он жас олар сразу келіп премьер лиганың командасына ойнап кете алмайды ғой иә yeah. ол Там, я не знаю, из дубля, из академии ребята не сразу попадают в основной состав, там годы проходят. А вы хотите, чтобы сразу вот мы вот нашли где-то в Ахтубе мальчишку, и вот он сразу заиграл где-то. Так это, не бывает? Ладно, музыкальный проект то «Суперстар ты вышел, и все, да. звезда в какой-то да. «Сяхто». Это, ну, ты, понимаешь, это мастер. же тоже, ну, это работа. У нас сейчас 15 пац пацанов подписали контракты, да, там, Сал, вот в этом году никто не знает этого но в Тоболе Тобол подписал нашего выпускника Супербола второго сезона Шахмарза Адрвеков ты им я, Бала. Я. Бала, вот про которого Эмиль Хески еще сказал. Вот он подписал контракт с Тоболом. Он сейчас тренируется с основой, играет за дубль. Угу, угу. А чтоб ты понимал, до проекта Супербол он вообще на профессиональном уровне нигде не играл. он занимался футболом в алмате у него там тренер ә, талантливый который его воспитал и так далее но никогда у него не было шанса этого или мысалы Бахчан маликов это вот мой любимый пример Бакка деген деген біздің бірінші сезоннан келген бала қазір алтай футбол клубының ойыншысы вообще ол елімайдың ойыншысы өткен жылы елімайда ойнады өзің көрдің ол елімайда ыыы елмайға келердің алдында тоже ешқашан бала кезінде дюсшада айналысқан футболмен шымкенттік бала одан басқа ешқашан футбол ойнамаған оның ойында болмаған что я смогу стать профессиональным футболистом деген ондай болмаған мүмкіндік ешқашан болмаған біз бердік ол мүмкіндікті ол елімайға келіп просмотрдан өтіп өзін ө, бір сезон бірінші лигада ойнап шықты сосын мына ыы маусым біткеннен кейін андрей карпович келген соң ол сразу айтты жігіттер мен бұл жігітті әрине қалдыра аламын ол ротацияда бола алады бізде бірақ ну на мой взгляд ему надо играть дейді Давайте мы его сейчас в аренду отдадим куда-нибудь, пусть он играет, набирается <п extinct> дальше. <п infel> Это лучше, чем если он у меня будет сидеть на скамейке. Да, он будет тренироваться с основой, но лучше что. И вот он сейчас там Алтае играет, да. У нас там Алтае еще помимо него Таир Берденов, Алибек Жардемов, да там Ахжайкта, Ктайер, Султан Тажмуканов. На самом деле просто енбассай Бернерсин говорит, да? сразу телесал. Это же не сказка, чтобы сразу вот человек появился. Американцы заиграли да. да. Это же это вот мы сказали Голбароки, но Ну это же фантастика на самом yeah, деле. Yeah. Талант, да. Вот мы по сути мы находим эти таланты, мы им даем шанс. они им кто как воспользуется. Мы сказали, эти кто был Болда, Браво. не у всех сразу получается и у некоторых вообще не получается не потому что они не талантливые они очень талантливые но просто у кого то нет характера терпения понимаешь а здесь самое главное это было дать шанс мы это сделали это социальный лифт я достар бұл жерде менің бір түсінгенім түйгенім бұл а, футболда елде насихаттау екіншіден жеткіншектерге жастарға а, тамаша мүмкіндік беру Ә, арманына бір қадам жақын болу салауатты өмір салтын насихаттау бұл екі үш сондай ақ бұл қазақстандағы бір идеологиялық құрал ол да бір жағынан оны yeah. ұмытпағанымыз дұрыс сосын және бұл идеологиялық құрал ә, біз өзіміздің өнімдерімізді сыртқа да шығара аламыз сыртқа да біздің өнімді аутсорсинг ретінде алатын көрсете білу ғой былайша айтқан кезде ол да бар шышкен yeah. бішкек болған осыдан бастайық бұл біздің алғашқы қадам ғой иә yeah. кім біледі ертең правильно давид говорит бұл мы еще не знаем куда это может вывести және бұл шыны керек сіздің қалтаңыздан кетіп жатқан ақша емес сіздің yeah. салығыңыздан ақша емес бұл кәдімгі инвестордың ақшасы сондықтан бұл жерде жұмыла көтерген жүк жеңіл барлығы осылай жобаны жүзеге асыру керек деп ойлаймын и бұндай жобаны жүзеге асыру деген нұрсұлтан оңай нәрсе емес ә, оны білеміз ғой өте өте қиын күрделі проект бұл жерде тек Ө, біз ғана давид айдын бәрі келіп өткізді деген сөз емес қой бізде команда үлкен команда сосын і ә, мемлекеттің де көмегі әрине тиіп ватыр ә, қаржылай болмаса да мына мысалы мысалы ақтөбеге келіп екі күнге стадион берші бізге кім береді саған ешкім бере салмайды ғой ақшасын төлесең де бермейді өткен уақыт акимат ә, береді ә, иә сон, сондай сондай мемлекет көмектеседі мына ә, жаңағы тимур турлов бар фридом компаниясы иә ол ә, ә, просто футболды сүйетін адам Mm -hmm. балаларға социальный проект болған соң ә, барша барын аямай беріп жатқан адам ә, және ә, енді біз медиа жағын бәрін қарасаң нағыз профессионалдар келіп жатыр ғой бұл жобаға қай телеарна көрсетеді Ө... немесе спорт плюс иә солар көрсетуі мүмкін ғой әлі келісім жоқ жүргізіп жатырмыз бірақ болады ғой міндетті түрде нике обзор міндетті малуда малуда мен челсидің жанкүйер болғаннан кейін мен малуданы көргім келеді сондықтан де малуда алматыда болады ғой алматыда болады алматылықтар мен жолыңыздар. ол матерация емес ол малуда <laughs> ә, сондықтан челси ыыы ә, қолтаңба алыңыздар өздеріңіз көрсетіңіздер ә, осы жақта барлығы болады менде болып қалуы мүмкін әзірге құпия сақтайын ә, не үшін боламын ол жақта қандай мақсатпен деген сияқты оның барлығын уақыт келген кезде сіздер көресі ә, де көресіздер деп ойлаймын әзірге құпияны ашпай ақ қояйық бірақ менде боламын бұйыртса алматыда жолған қатысасың ба кастингке келемін мен бүгін сороканошки бутсы алдым жақсы енді біз супербол жайлы біраз уақытымызды бөлдік ол дұрыс айтылмаған нәрсе жоқ сияқты супер болға байланысты барлығы айтылды ау деймін қателеспесем не ұмытылып кетті ештеңе ұмытылған жоқ негізі иә бірақ yeah. е, мен ойымша ыыы ә, бір мысалы бір қалыпта істей алмаймыз бір нәрсені иә mm? әр проект өсу керек жылдан жылға yeah. өсу керек сондықтан осы үшінші ыыы жо, ә, маусым жобаның өскені деген сөз бұл ыыы ә, халықаралық қалқар, деңгейге шығып жатыр мына мысалы давид айтып кеткендей қандай қандай қонақтар келіп жатыр уифадан і ә, елдің енді уифаның не жаңа оқыр ыыы ә, нелері ә, отделдары, комитеттері басқар, басқар, басқарып жүрген адамдар мән беріп жүр да бұл проектқа сосын менде бір ыы ә, маған инстаграмда жиі келетін сұраққа жауап осы жерде деп ойлаймын кейде біздің бір ұлттық құрама немесе бір клубымыз ә, евро еуро додаларда жеңіліп қалса маған мынандай көп жазады ауылдан іздеу керек ауылда ауылда нағыз таланттар бар дейді да вот пожалуйста <laughs> ауылдағы балалар алматыға билет алыңыздар автобуспен шымкентте шымкентте болсаңыздар тем более мысалы екі бес жүз мың теңге таксиге да көрсетіңіз ауылдың балалары ондай ә. алматыда дәлелдеңіздер ауылдың балалары келіңіздер не таза площадка бар сол кезде ешқандай ешкімге реніш болмайды ал вот келіңіздер көріңіздер ақтөбе ма ақтөбедегі айналасындағылар бәрі келіңіздер алматы ма алматыдағылар алматы облысы келіңіздер шымкент па шымкенттіктер шымкент келіңіздер келіп жүр ғой жыл сайын сөйтіп келіп жүр келіңіздер сондықтан бұл жерде бізді көрермен кейде айыптайды да ауылдан вот ауылдықтарға да тамаша мүмкіндік бар пожалуйста жоқ біз әр ауылға бара алмаймыз ғой өкінішке орай келу керек сен yeah. арманыңа жету үшін мың теңге мың жарым теңгені аямау yeah. керексің yeah. арманыңа жету үшін сен бір қадам жасауың керексің иә арманның өзі саған келе қалмайды Правильно, снот да? я все понял. Да. <смешна> я правильно говоришь? И были, например, примеры: те ребята, которые по 500 километров ехали, <таспадут> чтобы попасть на проект, были ребята, которые не только 500 километров ехали, которые не попадали в одном городе, ехали в другой, не попадали во втором. В восьмом городе он только проходил финальную часть кастинга. То есть, действительно, если человек хочет, мечтает он найдет возможность, чтобы приехать. Мы ему создадим эту площадку, мы ему дадим эту возможность, мы будем внимательно смотреть, честно смотреть, будут смотреть сильнейшие профессионалы страны. Мы очень хотим, чтобы каждый пацан, каждый даже девочки, у нас участвуют, которые приходят, мы очень радуемся, когда девчонки, приходят, которые приходят, приходят на кастинги, мы будем внимательно и профессионально делать свою работу как мы делали эти два сезона в этом году мы совершенствуемся мы развиваемся и мы хотим сделать еще лучше чтобы он еще был привлекательный чтобы он еще был более полезный для нашего общества и для нашей страны это наша самая главная задача был частный футбол вот 5-6 минут давайте поговорим насчет этого да вот бенкиши. аектің стадионыда болдық қой енді грециямен ойнаған кез стадион айекте өтті айектің стадионы новый ішінде барлығы рұқсат етілген иә ешқандай алкоголь алкоголь барлығы иә астына түссең фан шоп тұр мына жағында бар кофейня аектің кофейнясы тұр айектің мастерская тұр музей аек ішіне кіріп адамдар кәдімгідей евро төлеп алып жатыр формаларды доптарды ақша төлеп евро төлеп алып жатыр билет абонемент евро төлеп алып жатыр трансляцияны сатып алып жатыр мысалы кофейняға барып кофе ішесің пожалуйста евро төлейсің ішінде тағы да ә, арендаға беріп тастаған бір бутиктерге вот это вот частный футбол правильно Греческий муниципалитеттен афинаның ақша алмайтыны көрініп тұр бізде вот көп мәселе көтеріліп жатыр соңғы кездері футбол жанкүйерлердің тарасына жекешелендіру керек жекешелен бірақ онда жекеше клубтар бізде бар бірақ олар жоғары лигада көп емес қайрат дейді бірақ қайрат жүз пайыз жеке емес қой жеке жүз пайыз вот қайраттың мысалында енді қайраттың президенті мықты болғаннан кейін қалтасында қаражат болғаннан кейін ол частный деп айта алады рисктар болып жатса ақшасымен дополнительно жабады ол проблема жоқ та а вот бізде акиматтан ақша алып үйреніп қалған көп клубтар бар ғой олар енді бір жылдың ішінде частный бола алмайды көп частный клубтар бар лигада бірінші лигада вот ловить а кололись, частный футбол, да? Мы можем за 2-3 года многие клубы превратить, либо это миф. Нет. Как можем вот сделать? Казахстанский в вот том положение. состоянии, в котором находимся сейчас мы, это невозможно. Uh -huh. Вот именно мы на сегодняшний день то, что говорим. Но безусловно, мы должны к этому идти. Но для того, чтобы к этому прийти, нужно сделать очень много-много шагов, да? То есть шаг за шагом стать интересным для инвесторов. Почему сейчас инвестор должен вкладываться в казахстанский футбол? Почему бизнес должен вкладываться? Вот, вот ответ мне вот Обратного нету оттуда. Первое, Кэшбэк это, и... это, первое это до, до должна быть зрелищность чемпионата, как его показывают, сколько mm. людей на него ходят и так далее, и тому подобное. Когда мы к этому придем? Когда, шаг за шагом. Когда все игры к этому придем? Когда, да, когда у нас будут новые стадионы, потихонечку строятся новые арены, где уже футбол смотрится по-другому, да? То есть, почему многие страны хотят, чтобы, например, евро про прошло у них в стране? Потому что это же не, потому, не только потому, что футбол будет Стадиона в течение строить, месяца. Инфраструктура будет выстроена, и после этого останется на года, на сотни лет, можно так сказать, mm -hmm. что останется инфраструктура, и уже футбол будет развиваться. Картинка будет другая. Интересно будет для телевидения, интересно будет для инвесторов, интересно будет для футболистов. Сюда же, в Казахстан, мы хотим затянуть, например, какую-то звезду. Кто к нам приедет? Либо тот, который заканчивает, либо средний футболист. Да, этот средний футболист иностранец, например, он порой стоит дешевле, чем казахстанский футболист на сегодняшний день. Uh -huh. Но мы же хотим видеть своих сильных, правильно, uh -huh. в первую очередь. И интересный чемпионат. То есть нужно работать все время в этом направлении. Нужно, нужно искать выходы и подходы. Но пока мы не сделаем интересный чемпионат, зрелищный, который будет показан качественно, в который будет писать там беспристрастно или как правильно сказать, где не будет там помощи каким-то командам, если это будет действительно борьба, когда мы будем видеть, что каждая команда имеет шанс обыграть другую, тогда это может быть интересно. Когда да, судьи там перестанут ошибаться, или даже судьи, угу. когда ошибаются, люди будут понимать, что они просто ошибаются, потому что они люди да. на самом деле, угу. а не говорить начинают там не искать тогда, заговор. Не искать заговор в этом. Да. Это очень большой путь, который нужно проделать. Когда э, мы сможем, как вы говорите, чтобы стадион у нас работал действительно как стадион, э, ну тогда Безьян, и, стадион, и потихоньку да. мы будем уходить в, в частные руки, тогда мы будем интересны. А сегодня, на сегодняшний день, вот в том, в том виде, в котором мы находимся, если нас не будет поддерживать государство, то у нас останется очень мало команд и очень низкого уровня. Mm. Многие об этом говорят, что надо так сделать. Но тогда скажите мне другой вопрос: куда нашим детям стремиться? Я был маленьким мальчиком, я мечтал стать футболистом, потому что я смотрел на футболистов Жениса. Тогда эта команда называлась Целиник и хотел быть как они, понимаете? Я не смотрел там, я не знаю, там на Диего Марадона я смотрел там только на чемпионате мира. Это было что-то недосягаемое. Ежедневно я смотрел на вот этих профессионалов. И вот эти пацаны, которые сейчас занимаются, они тоже смотрят на свои взрослые команды профессиональные и мечтают стать такими же, как они, а может быть, лучше, чем они. Без профессиональных команд не будет ничего. То есть легко сказать, вот это все отберите, уберите, а что взамен? Куда будут наши дети стремиться? Они с улиц должны уходить. Они уходить должны на, на тренировки, ходить должны на стадионы и, и видеть будущее для себя. Кстати, вот что самое важное. А мысалы ол барса реалмен шатастырмаңыздар ә, біздің кейбір көрші елдер жалпы еуропаның біраз елдерінде акимат джерлікті мэрия муниципалитет қолдайды клуб клубтарды поддерживают же не, все но не, не, вопрос не вопрос у нас вопрос не в том чтобы например поддерживать меньше сейчас мы, мы, мы сегодня говорим про 2024 год а как эффективно эти деньги расходуются вот mm -hmm. это проблема mm -hmm. вот тут уже должны работать профессионалы в клубах которые понимают что они делают я yeah. вот и все и тогда у нас mm -hmm. ну, тогда у нас уже меньше станет проблем и профессионал этот он должен любить футбол он должен болеть футболом mm -hmm. для того чтобы переживать за за каждый кусочек своего там условно предприятия вот тогда у нас будет успех айдын сіз алып қосарыңыз бар ма осы мәселеге байланысты негізі бір айтып қосарым ыыы ә, салыстыру оңай иә неге біз англия сияқты емеспіз неге біз франция сияқты емеспіз бізге вот частный футбол дажечас частные клубы которые у нас есть қазақстанда мысалы қарашы ыыы бірінші лигада мысалы алайық иә хан тәңірі бар иә ыыы ә, тағы қандай командалар бар еді есімнен шыққын сдфэмили иә иә yeah, yeah. мысалы хан тәңгірі ол частный болғанымен ол бір адамның командасы ол адамның бүгін мысалы қаржысы бар ертең жоқ болып ертең құдай оның бетін арғысын и yeah. ә, бірақ ол да мүмкін иә жағдай болмай қалады немесе тағы ыыы бірдеңе болып қалады ол команданы жауып тастайды бітті сол үшін нелер болу керек дейсіз ғой қалқандар тұрақтылық бірнеше адам учредительдер бізге болельщиктердің мысалы бір меценат деген нәрсе это еще не выход из ситуации иә бәрі абрамович среду среду надо строить именно среду индустрию дұрыс түсініп тұрсың ба мысалы жаңағы ы германияның клубтары оларда мысалы қожайын жоқ қой иә білесің ба иә олар бәрі акционерное общество бәрі сондайлар ғой ыы бізде мысалы бәрі айтады ол бәрін частный клуб жасау керек деп мысалы мен көкшетауды алайын или петропавлды алайын или мысалы ыыы ә, қызылорданы алайын иә любой команданы мысалы ал қайсарды мысалы или немесе оқжетпесті частный қылып қойдық ал айтын зарабатывай себе деньги дейсің как он заработает стадионы жоқ ештемесі жоқ ол көкшетауда екі жүз мың үш халық тұрады ты даже если каждому из них по футболке продашь ты не заработаешь много денег сондай нәрселерді түсіну керек поэтому надо строить академии поля понимаешь мемлекеттің көмегімен бірінші даже түркияда жаңағы біз айтып жатқан галсарай бешікташ феербақче сол командалардың бәрі частный ғой бірақ им всем стадионы построило государство мхм это заблуждение что они сами себе мемлекет армақ беред ары қарай балықты клуб ұстау керек деген сияқты мәселе енді айдын мырза давид мырза бізде биыл енді легионерлерге лимит жоқ қой ел сіз жеңістесіз мысалы қалай лимит жоқ негізі лимит бар ғой на иә жоқ енді жалпы халық ойбай алып тастады тек қана көбейіп кетті деп жатыр ғой қаншалықты әсер етіп жатыр осы регламент қатты әсер етіп жатыр жақсы жағынан ба жақсы жағы да бар жаман жағы да бар жақсы жағынан бастайық ыы жақсы жағы ә, мысалы егер менде қазір регламент бойынша алаңға бір мысалы бес қазақстандық ыыы ә, міндетті түрде ойнау керек дейтін болса мен ол бес қазақстандық мықты деңгейі бар жігіттерді қайдан табам деген баспен ойланып отыратын едім иә бізде енді біз премьер лигаға енді шығып отырмыз біздің ә, қосалқы құрамымыз жастар командамыз енді қалыптасыпватыр иә Жаңа футбольный центріміз енді қалыптасып жатыр мен ол балаларды қайдан аламын деп басқа командалардан басқа ел ә, қалалардан алайын десем олар маған айтып тұрмын ғой жаңағы легионерге қарағанда қымбат түседі мен атын атамай ақ қояйын бір ойыншы бар сөйлестім өзім сөйлестім онымен бізге келесің ба командасыз жүрсің ғой біз, давай бізге бірінші лигада ма жоқ ешқай жақта ойнап жатқан жоқ атын айтпай ақ қояйын келесің ба бізге дедім ыыыы ә, қатты мынандай ұмтылып тұрған жоқпын бірақ келетін болсам онда менің айлығым мынандай дейді ұсынысын айтады мен мынанша алғым келеді дейді мен айтамын бауырым мен ондай ақшаны саған төлей алатын болсамы ә, мен саған звондамас едім егер менде ондай қаржы болса мен саған звондамас едім мен ондай қаржыны басқа ойыншыға бере аламын мен ондай ақшаға үш лигионер алып яғни yani, директорғе ол ыңғайлы ә, 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 бір жағынан бір ә, жағынан ә, мынандай қызық болды алдын ұлан қонысбаев келген программаға сол ол вообще кплды көрмейді екен бірақ у него старый знакомыйлар бар кпл дегі и соларға звондаған ғой оказывается ана друзья его которые раньше играли бір тусада отыр екен где то сидят они ауыз ашарда ма сөйлесіп жатырмын қалай анау мынау о жақсы не жаңалық бәрі все жақсы ма да жақсы не ғой этот қашан басталады кпл а джо, біз кп у нас мы все в первой лиге сейчас у нас не скоро потом начнется а он говорит втс барлығы бірінші лигада дейді да представляешь дейді ну это же опять конкурентная среда ты конкурируешь выигрываешь мысалы берген? Все, а хоть какой лимит дела, он же играет, составляет. Вот-вот, Оссень, говорит. Ответь на это. Типа клуб, скаутер, агент вот на этом, это идеальный для них вариант для агентов. Они на этом будут зарабатывать больше. А за счет этого будут страдать футбол литров. Так ли это? Ну, во-первых, сейчас в большинстве клубов премьер-лиге, я общаюсь с коллегами, в большинстве клубов премьер-лиги нет агентских выплат. Нет агентских выплат. Деньги стяжал какой? Сжел. Вот. В основном. Ведь кем жил Бразуна Савалдарбован? Агенты риге поидали. Это идеальный вариант для агентов. Султан, Я извиняюсь. А у казахстанских футболистов, что не может быть агентов? Ну. Но... Не только у легионеров агентов. Не только же у легионеров агент. Сейчас у, практически у любого футболиста есть его представитель. Uh -huh. Ну, по, по ряду причин, потому что когда ты вот из своего опыта, когда ты сам разговариваешь о будущем контракте, тебе всегда сложнее прийти к, к тому, что ты, ты бы хотел, чем когда с тобой сидит юрист, хороший представитель, который весь твой контракт защитит, потому что контракт ⁇ это твоя жизнь на данный момент, да, там любой контракт. Если ты не защищен. Ты сам можешь наделать ошибок, потому что у тебя нет юридического образования, у тебя, может быть, нет э, такого ораторского искусства, чтобы договориться о хорошем кон контракте и так далее и тому подобное. А молодым ребятам еще сложнее. То есть это сегодня футбольный бизнес всемирный. Да? И люди, которые являются посредниками, агентами, их сейчас по-разному там называют, это неотъемлемая часть футбола. Об этом не надо думать в таком контексте. Мы, если хотим, чтобы у нас наших больше ребят играло, все знают, что нужно делать. Нужно построить инфраструктуру, построить академии, растить ребят и постепенно уровень футбола, то есть наших футболистов, будет расти. Повысить квалификацию. По повыш ну, у нас-то достаточно много сейчас тренеров молодых и, на мой взгляд, амбициозных и которые хотят учиться и хотят развиваться. Мы все это знаем. Но это же путь такой не одного года. Если мы предыдущие 15 лет ничего не делали, мы за один год не будем сделать. А многие люди же на этом хайпуют, горлопанят, извините да, меня за да, выражение, да, 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 да. и говорят о том, что надо вот здесь и сейчас. 15-20 лет назад вы об этом не говорили. Поколение футболистов пропало, поколение, поколение там, детей, которые мечтали стать футболистом, не получили то, что они должны были получить. Uh -huh. Сейчас э, нужно постепенно ну, отрезать уже то, что было, и постепенно начинать этим заниматься. Uh -huh. Растить ребят, работать. Есть клубы, которые активно этим занимаются. Работать и в будущем у тебя будет появляться все больше и больше твоих воспитанников, и тебе просто не нужны будут эти легионеры. Это эволюция. Yeah. Uh -huh. Тебе нужен будет действительно сильный футболист. А сегодня, на самом деле, наших казахстанских футболистов качественных уровня премьер-лиги, на самом деле, очень мало, к сожалению. И они стоят дороже, чем иностранцы. Uh -huh. Ответственно вам это заявляю. Они стоят дороже, чем иностранцы. Uh -huh. это, это не потому, что они, ну, они не столько не должны зарабатывать. Они должны зарабатывать хорошие деньги, потому что футбольный век, он очень короток. И травм человек получает очень много. И после карьеры он выходит вообще в другую жизнь, на самом деле и не все ребята могут себя реализовать вообще в другой жизни ә, сосын бұл жерде тағы бір нәрсе әкімге де байланысты әкім футболды жақсы көру керек әкім футболдың қоғамдық қоғамдықтықтықты... пікірді жеткізуге және халық алдында жақсы ұпай беретін ескеру керек мен байқаймын мысалы кейбір аймақтар бар мысалы ақтөбе бар қазір мынау елімай жақсы мысалы әкім бар сосын әкімнің жақсы командатау ақтау де соның арқасында анау тез манедждер салынып жатыр фридом ақша бөліп жатыр деген сияқты автобус пайда болды стадион ремонтталып жатыр гостиница деген алдында келген кезде айтқан сондай жақсы көрсе әкімге талапшыл болуымыз керек мысалы алдына ұланның да реніші бар да тараз вот вылетает сразу сама, сама ну в первую лигу пока у нас долги проблемы деп болельщики все молчат дит, да қалай сен болельщик ты попробуй так сделать в Ахтау, дит, да болельщики тебя это не простят дит, да ал тараз спокойно без шума без кипиша кете салып дейді да сондай сияқты сондықтан болельщиктер талапшыл болу және әкім футболды жақсы көру керек деп ойлаймын мен дұрыс па әдеке я так скажу мысалы ә... егер ә... Ө... қызылорда тараз қандай қала болсын иә жанкүйерлерінің базасы үлкен болатын болса ол жанкүйерлер әр ойынға келіп тұрса стадионды лық толтырып тұрса ә, әкімде бәрі ы потенциальный спонсор инвесторларда бәрі ол футболдың бұл аймаққа маңызды екенін көреді түсініп тұрсың ғой иә ақтөбе неге қандай әкім келсін ақтөбеге ақтөбенің ә ақтөбенің бәрі бәр бір финансирование ешкім алып тастамайды yeah. өйткені ақтөбе ол футболдық қала ол әр ойын сайын стадион лық толы билет таба алмайсың бір, бір ғана әкім болған шығар енді футболды қолдамай қойған болған Болды, бі, кезінде кейін таразда да солай <с құлай> жарайды жақсы айта беріңіз ну ол мына жанкүйерлердің өздеріне байланысты иә олар стадионға келу керек міндетті түрде командасы ойнап жатқан кезде келіп жанкүйер болып ол олардың борышы былайша айтқанда социалдық мм олар келмесе егер стадионда ешкім болмаса онда әкім қарайды да ешкім футболға келмейді ешкім қарамайды онда мен не үшін ақша жаратамын бұған дейді болды мм жақсы енді Сергей Адик Рахмет Мин, Давид Пим просто брик-срак такой. Я могу выйти? Да, <сих> можешь там кофе допить, да? А, Давид, вот, мы поговорили о футболе в Астане, мы поговорили о суперболе, главный вот проект молодежный, может, молодежный же это проект? Социальный. Социально-молодежный проект этого года, один из таких телевизионных, медийных еще. И поговорили, конечно, о КПЛ. И у меня вопрос просто вот. Чисто такой подкастный, эвент такой, более формат а, легкого площадки везде. Вот Улан Конспаев у меня был здесь, на подкасте Он говорит, что тогдашняя сборная, где он играл, она сильнее нынешней сборной Казахстана. А в ваше время у вас сборная была, она сильнее была нынешней сборной? Ну... Я не знаю. Улан ну, мне говорит, если бы вот тем составом мы сейчас бы играли, мы, мы бы далеко пошли. Так говорят все ветераны. Поверь мне, Нурсултан, которым и я являюсь, нам кажется, что вот мы бы и так далее. На самом деле, то, что сделали наши пацаны последние два года, это очень дорогого стоит. Они вернули болельщиков на стадион. В прошлом году здесь на Астана-арене, здесь билет нельзя было взять на игру сборной. Это ли не показатель? успешной игры сборной. Мне было немножко обидно за ребят после там поражения от Греции, очень обидного, очень такого досадного поражения, что все снова развернулось, как будто бы не было этих двух лет там и так далее у этих yeah, пацанов. Эта же команда заслужила, эти ребята заслужили того, чтобы ими yeah, э, их уважали, ими уваж... их уважали yeah. понимаете? Они сделали очень большую работу, на самом деле, очень большую работу. И я еще раз повторюсь, э, футбол, он сейчас... Самый успешный вид спорта у нас в стране. Опять заново его начали ругать, потому что поймали вот эту тему 5-0 проиграли и так далее и тому подобное, и его ругать. Но он самый успешный. Да. Футболом занимаются больше всего людей в нашей стране. Когда вы говорите, вот, допустим, там, о Акимов обсуждаете то, что там поддерживают футбол, про Актьюбе и так далее и тому подобное, Акимы понимают, насколько социальный эффект дает вообще профессиональный клуб в mm -hmm. городе. Клуб. Это не только там вот этот 25 человек в команде, да, которые играют в профессиональной команде. Вы забываете о молодежном футболе, вы забываете о 12 возрастах, которые играют как минимум в футбольных центрах. Да? Вы забываете о тех людей, которые работают вокруг футбола, которые получают работу. Вы забываете о тех болельщиках, которые в субботу-воскресенье имеют возможность пойти и посмотреть на свою любимую команду. Пусть это будет 2000, где-то 500 человек, а где-то 15 тысяч. А если взять там каждый тур чемпионата Казахстана. Мы ругаем, мы говорим, у нас все не так, у нас все плохо. Не, нам есть куда стремиться и стремиться, есть куда и работать, пахать, пахать, пахать. Дай бог нам э, всем силы и понимание и умения, чтобы сделать э, наш футбол привлекательный. Но то, что наш футбол — это тот спорт, который объединяет нашу страну, я думаю, что никто не может сказать, что не сможет просто сказать, что это не так. Пойдите и соберите на другой вид спорта такое количество зрителей на игре сборной. Пойдите и соберите. Не соберете? Хорошо. Это мне про чем я тебе скажу. Представители других видов спорта то же самое говорили. Да. Они говорят, вот когда я их приглашал на стадион, на сборную, они придут, посмотрят. Ну, ну да, теперь согласен. Угу. Джоксин, да, вот все-таки не ответили. Вы я, не, я, я не ответил. Я не ответил по по одной простой причине. То, что было, уже прошло. Каждый из нас получил то, что заслужил в нашем поколении тоже были очень классные. Ну вас соперник более сильнее были, чем. Не, они, не да. всегда соперники одинаковые, uh -huh. да. То, что каждый заслужил, я еще раз повторюсь, то, что заслужил. У нас были хорошие футболисты. Я считаю, для нашей страны даже были некоторые ребята, это великие футболисты, которых страна наша воспитала и может быть таких еще не будет долго. Но мы забываем о том, что у нас и в советское время были классные футболисты и классные команды, да. Мы почему-то забываем о них. И такие легенды которых почему-то многие даже сейчас не знают имена, а они должны быть у нас, некоторых уже нет там условно в живых, но мы их должны помнить, чтить и воздавать должен Воздавать должное то, что они сделали для казахстанского футбола. Давид Тмин, Брюнчи. Ну и последний такой вопрос, такой он легкий, просто что чисто для меня интересно и для многих болельщиков. Тогда мы среди журналистов спортивных тоже обсуждаем это. казако вот я вас первый раз видел по Хабару, Хабар Дамбулатен, это вот отбор на Олимпийские игры. Вы играли там, Наката играл против вас в Японии. Вы вот до Японии выигрываете, потом вас встречает Япония, и у вас там трудно играть. 2-0, по-моему, такое было. Потом после мы э, вышли из состава Азии, mm -hmm. э, в Европе оказались. Матчи интересные. Да, Первые матч против Португалии. Вот этот матч я тоже помню. Вот мне просто интересно, все понятно, что там просто вот, э, Сол везде это в то время, когда вот против Японии, Олимпийских игр, ворота да, Давид Лоре, да, и он шаше. гель да гельмен такой стильный итальянец форма үстіне жабысып әдемі тұр да ал біздің басқа игроктарда как шаштар әртүрлі қалай болса солай формада дұрыс тұрмайды да вы получается опередили время или тогда игрокибыли гель болмады ма қалай болды генетика я вам скажу так я вот всегда удивлялся этому я скажу так нет вы были смешные случаи у нас в сборной Пацаны первый раз Макдональдс попробовали тогда, когда я их завел туда попробовать. Сказал, Эй, это Макдональдс, пойдемте посмотрим. То есть мы действительно не знали, что это такое, да, там многие из нас. Но тогда вот вы вспоминаете, 99-й год, это действительно была такая... Олимпийская крутая сборная, это был да. плав той молодежной сборной, которая вышла на чемпионат мира, и вот это уже поколение а, Смакова, поколение Балтиева, Балтиева и, и потом мы все вместе потом на протяжении 10 лет практически играли, даже больше там, за национальную сборную. Но вот вы когда говорите, вот, допустим, о, вот, о, о, об этом времени, я хотел бы такую подметить вещь. Нам было по 15-16 по лет, нас уже тогда собирали сборной, и готовили планомерно, чтобы мы были успешными. Угу. То есть именно чтобы к национальной сборной мы подошли в очень хорошей форме, вот 25-30 человек. Вот было так. М -м -м. У нас было много сборов, много Системная турниров. Системная работа была. И системно. И потом вот это поколение в то время по тем, по тем результатам оно было достаточно успешно. Подключались ребята более старшие, как там Кулшумбаев, Авдеев, Кадыркулов, Воскобойников, Новиков, да, то есть действительно легендарные личности для нас. Тот же Зубарев, это были мы были молодые ребята, и многие-многие-многие другие, кого-то сейчас не назову. Но потом, когда мы уже стали взрослыми, то есть вот это там 2006, 2007, 2008 год, он был достаточно успешный для нашей сборной, но все равно не такой успешный, не такой успешный что сделали наши пацаны за вот эти последние два года. Том, не с вами гель спасибо. У вас не просили, либо не вас не подкалывали. Но нет, нормально, ходили, На Настили все время, да? Я просто не помню. Может, я всегда это. Томат смах, пичес, горит, Карпович, прическу с курицей. Но потом они стали тоже очень стильными, очень быстро. Это деньги А у вас уже тогда деньги были, да? Вот и. Блин, у нас три минуты. Вот последний вопрос. Uh, молодежная сборная вот на чемпионате мира играли да тогда карап я вот помню да тренер по моему фомичев да? вы uh, сборы проходили на дагы да? Киз, Киз, да, Кизовское поле было там? Или Академия спорта и туризма? Не, конечно, конечно, там вообще понятно было, что это не уровень. По-моему, еще у вас единой экипировки не было, вы полетели, у вас спортивки не было, и как я понял? <къем> не, не, мы когда уже полетели на турнир, у нас уже все было, была форма гранд спорта такая тайландская, по-моему, там. Ну, тогда для нас... Но поверьте, на, на нас бы мешковину одели, мешки одели бы, мы бы тоже были счастливы поехать. Без разницы нам было, в какой форме и как. Как вы попали на чемпионат мира под один раз, и потом больше такого ну, не у было, и до этого не было. Как? <соединения> я еще раз повторюсь, вообще хорошее поколение было. Во-первых, это одно из последних поколений такой интернатовских сильных, алматинского а -а -а. интерната. Потом собрались ребят после этого, чемпионата Казахстана в табаксовхозе. А, а, Табак да, в табаксовхозе нас, да, на, нас собрали всех, на Фомичев нас собрал на первый Моя сбор. Вот, и после этого планомерно нас стали готовить. Мы очень-очень много работали. Владимир Александрович, он научил нас всех работать. Ту нагрузку, которую мы получали в том возрасте, ну, это была такая, которая заложилась, допустим, даже функциональная база на года. Мы действительно вышли по уровню функциональной подготовки на тот момент на уровень европейских футболистов. И мы когда приехали на финальную часть чемпионата Азии в Таиланде, да, мы просто ну, переиграли всех э, и, перебегали, организ... да? и перебегали, и организацией вообще игры самой, потому что он ее очень сильно ставил. Потом, уже на чемпионате мира, нам немножко в конце подготовку сорвали, поэтому выступили не так удачно, как планировали. Потому что мы должны были прилететь, как сейчас помню, э, в Африку. Заранее мы прилетели за месяц уже в Африку, но у нас должен был быть турнир в Бенине, который организовали. Этот турнир отменился. И нам пришлось в Нигерии за три недели раньше всех находиться. Мы там уже пока Турнир начался, мы уже давным-давно домой хотели вернуться. Ну, так бывает. И получается, вот это поколение, да, дальше. Потом оно переросло в Олимпийскую сборную, подключились ребята постарше, потом все эти переросли в национальную сборную, подключились лучшие ребята оттуда. И вот это наше поколение, которое достаточно дружное, много-много лет играло и в клубах, и сборной вместе. Как вы думаете, почему это поколение? Вот. Попала на чемпионат молодежного мира, да? Обычно же так, а потом, вот вы говорите, переросли, не попали на чемпионат а, мира. Опыт, опыт европейских, вот именно когда мы попали в УЕФА, все-таки другой уровень европейских а. сборных. Опыта у нас все-таки с ними игр было мало. И, по сути, мы-то с ними скажем так, простым языком бодались -то прилично. Uh -huh. Но вы же помните, на последней минуте то здесь нам забьют, то там Греция на 98-й, uh -huh. то uh -huh. еще кто-то каждый раз на последних минутах. У нас... Португалия, в конце выливала. Но я считаю, что просто в 2008 году, в конце, когда убрали Арно Пайперса, это была самая главная ошибка. То, что сделали, мы отскочили до на несколько лет назад. Потом приходили тренеры, всякие, всякие, всякие тренеры приходили, которые ничего нашей сборной не дали кроме mm -hmm. как решали свои какие-то личные вопросы и проблемы и поэтому у нас очень много лет не было лучшие футболисты не вызывали в сборную иностранцев начали приглашать очень много в сборную и пока это все не закончилось команда не получила вот этого успеха то что получила Волгуралабс отдельно были подкасты там это уж дальше если вот вот эту тему продолжать ли не он долго и потому, это будет журналистское интересное. расследование. Потому что времени хватит. Мы должны уважать и зрителя, и формат Ютуба, и формат подкаста. Да, мы больше часа здесь сидим, бросат мартах, шахсулит, а Кинг подкаста, вот Давид лично будет интервью такое, вот мы поговорим по вот этой. У нас много было после Пайперса тренер для много системы, много академий, много кого в Бразилию отправляли, оттуда возвращать Много чего происходило, об этом можно отдельно поговорить. Вот были интервью, были часть. Главное, мы сегодня поговорили о главном. Вот предстоящем Суперболе, о КПЛ, о стадионах Астаны и, конечно же, Джеймс Конечно. Жду этот шарф Джеймс шарфын күтемін мы вам принесем обязательно да чемпионский о хорошо жақсы рахмет достар өздеріңіз көрдіңіздер бұл спорт плюс телеарнасы және нұрсұлтан құрман ютуб арнасы біздің арнаға жазылыңыздар пікір қалдырыңыздар ой бөлісіңіздер комментарийда ойларыңызды қоссаңыздар болады ә, алтын уақыттарыңызды бізге бөлгендеріңізге рахмет бүгін студияда болған жеңіс клубының бас директоры айдын қожахмет және астана футбол федерациясының басшысы давид лория мырза жеңісті күндерде жүздескенше ағайын